Здравствуйте, меня зовут Гун Ли. Я выпускник Белорусской государственной академии музыки. Я выпускник два раза. С первого раза, это с 2005 года по седьмой, я сама как магистрантка училась в академии музыки. Затем с 2010 года опять как аспирантка там опять занималась. Когда в академии музыки училась, у меня педагоги самые уважаемые и дорогие педагоги. По специальности хорового дирижирования сначала с профессором Виктор Владимирович занималась, затем у Инессы Батяга. А когда я как аспирантка училась, мой научный руководитель это Екатерина Николаевна Дулова. Можно так сказать, что отношения между Академией музыки и со мной, я всегда думаю, что это необычно. Почему так сказать? Обычно, что выпускники или студенты с своей академии, это студенты и педагоги и свой вуз. А я после аспирантки там осталась работать как старший преподаватель на 2 года. Поэтому Академия музыки для меня это не только место для учебы и работы. Можно так сказать, у меня кроме моих педагогов, которые очень-очень-очень много мне преподавали, не только знанию, не только профессию, не только специальности, так и как можно стать хорошим человеком, человеческим. И у меня сердечно благодарю всем педагогам, потому что кроме моих преподавателей, остальные педагоги, хотя они не мой научный руководитель или педагог по специальности, они и преподают другие предметы, но все равно они очень много мне помогали и очень много знаний мне дали. Поэтому я так чувствовала, что такое тепло. И я очень уважала всем педагогам. Минск – это место, этот город значительный в моем сердце. Буду вернуться точно. Сейчас я возвращалась в Китай и работать. Сейчас я живу в городе Гуанчжоу, работаю в университете Гуанчжоу. Но у меня связь с Беларуси и с Россией всегда есть. В течение этих лет еще очень часто и много раз меня пригласили, например, хорового искусства, Академия хорового искусства имени Бобова и консерватория Московская имени Чайковского. С ними тоже очень много сотрудничали и проводили концерт с их студентами. Это все благодаря знанию Белорусской государственной академии музыки. То это Академия музыки мне дали знания.
Поэтому я здесь хотела сказать большое спасибо сердечно. И надеюсь, что наша Академия музыки будет как цветы растут, и как солнце светит. Скучаю по людям, по педагогам, по Минскому, по нации.